Ну что же, что же, что это может быть? И как, не придумал? Нет, есть вопросы, которые не по зубам даже гениальным ученым. Что мне подарить маме на день рождения? Ник, у тебя же столько красивых деталек. Давай сделаем из них сережки для твоей мамы. Или вот бусы. Бусы? Что это за подарок такой? Я же изобретатель и должен дарить что-то весомое и полезное. Ник, смотри, какой подарок я приготовил маме. Соковыжималка. Подарок солидный, весомый. А ты что подаришь? Когда делаю, скажу. Получается здорово. Хорошо. Мама звонила, она едет домой. Скоро будем поздравлять. Поторопись, сынок. Соковыжималка! Как я сам не додумался! Да, подарок что надо. Точно, ну да. А я сделаю его еще лучше. Это будет наш с папой общий сюрприз. Класс! Наша цель – самый лучший подарок. Давайте, ребята, у кого какие идеи? Приделаем колесики, и тогда соковыжималка и заряд витаминов всегда будут рядом. Ага, мне нравится. Перьев и пакетик блесток, и я придам этому агрегату шик и блеск. А если встроить магнитофон, чтобы соковыжималка говорила твоей маме что-нибудь приятное? О, комплименты! Кто-нибудь знает, как это делается? Я готов посвящать вам все свои трюки! Ну, те, которые получатся! Ради вас я готов пройти подземелье призраков 100 000 раз! При виде вас мое сердце начинает петь! Я скажу, что в подарке главное совершенно другое. Другое? Точно! Нужно крутое название! Скажем, супер радость мамы 100 000! Все, за работу, ребята! Ради вас я готов пройти подземелье призраков 100 000 раз! Вуаля! Ой! А, ты куда? Стой! Что это был за звук? Это что, моя соковыжималка? 100 000! Да, папа, прости. Я хотела сделать твой подарок еще лучше, но только все испортил. Что ж, подарим что-то другое. Попозже. Подождите, у меня есть идея получше. Давай сюда, Ват! Дорогой, Ник, где вы все? Вот вы где! Поздравляем с днем рождения! Ура! Ой! Какая красота! Тебе правда нравится? Конечно, нравится. Ведь вы сделали это специально для меня, своими руками. Такой подарок гораздо лучше какой-нибудь, скажем, соковыжималки. Да, точно! 100 000 раз! Хочешь узнать, какие еще приключения ждут Ника и его роботов? Скорее подпишись на наш канал, чтобы не пропустить новые серии.